дальше. Вот эта железа, так, кто еще не знаком, так, вот. Эта железа, тот самый, который я еще не рад буду вспоминать, потому что, ну ладно, мы сказали, Железов не прав. Но когда говорят, Железов поречешь, это значит, все, что я делаю, и все, что я учу других, это значит, что я это, обречены сады из-за меня. Ведь то, что я сказал, чушь, ведь если дерево не искалечишь, то значит оно это. Вот. Ну, я же вам показывал публикации. Ежегодная обрезка способствует долголетию дерева. Вот я себе показал, вот он. Вот это я сейчас, меня снимает, я парю чушь. Вот. Вот это вот ребенок, который, надеюсь, никогда не будет калечить деревья. Это следующее поколение. Через одно, то есть мое поколение, среднее поколение, оно уже уничтожено. Вот. И вот посмотрите, Тимоша еще ничего не знает, а доктор наук я вынужден показать, потому что в вопиющих случаях, да, мне же нужно доказывать, что это. Меня просто, ну как сказать, опустили. Вот. Еще раз показываю. Мы сегодня немножко пройдемся по прививкам. Мы столько раз их рассказывал о них, но пришла-то конец апреля, надо прививка. Я показываю саженец, который не выдержит критики, мягко. Я сегодня обещал не ругаться. Вот, который делал доктор наук. Он его не делал. Он взял готовый, он видит его. Вот, по принципу, смотрю книгу, вижу фигу. Вот она из фиг. До садоводства. Вот что это такое. И вот смотрите, видите, как я мягко, без мата. Вот. Вот это он собственными руками, наверное, первый последний раз в жизни он посадил дерево. Первый последний раз в жизни. Вот. Яблоню. Но здесь он писал про грушу. Кто-то меня это видел уже. Почему? Потому что сегодня мне надо так показать, доказать, что прививка почкой, в скобках, щитком, окулировкой, это для любительского садоводства должно быть исключено. И он вот это делая, а ведь это же расходилось в тысячах этих самых просмотров, он должен утвердить только для любительского, только для профессионального садоводства. У нас, если он бывает доктор науки, владелец питомника, у нас у этих не напасешься веточек, не напасешься, их где-то надо брать. Знаете, почему они все перешли практически на южную технологию? Даже уже не на технологию, а на куплю-продажу южных саженцев. Где маточный сад-то откуда? Я все ищу. Пока не, знаете, красивейшие эти фотографии, а маточный сад все ищу. И вот все ищу. И кое-что покажу, что нашел. Та же халтура. И вот получается, что та же посадка. Если груша, то на смерть. 5-6 лет проверено, больше не выдерживает. Совершенно в сухих краях можете 10 лет выдержать. Все равно сгниет. Вот. В самых сухих краях все равно бывают дожди такие, что не приведи Господь. Пусть не часто. И вот получается, что этот способ я считаю, вот Иван, это для вас говорю. Вот. Ему не пришел в голову, он посадился взять и отрезать половину кроны. Чтобы вот это вот жалкое, вот это вот прижилось. Ну вот не пришло в голову, он этого не знает, он этого не умеет, он этого не понимает, понимаете? Вот, просто это, ну как обычно, ну тимирязевки учат, я же видел как. Я же вам рассказывал, накинулся на доцента. Конец июля, летнюю обрезку делают. Студенты дурака валяли там, это, которые, я говорю, вот, какая у вас тема? Мне, ну, стыдно показать фотографии, где мы с ним позируем. Просто неудобно человека подставлять. Он уже давно, может, профессор. Прошло 10 лет. И вот получается, вот этот саженец, воткнутая палка, обросла корнями. И стала подвоем. Она еще не успела, а уже гниет, смотрите. Еще не садила, она уже гниет. И все это преподносится как реклама лучшего из лучших. То есть вот он, пожалуйста, профессор, то есть доктор. Смотрим дальше. Вот. Аккуратненький бордюрчик. Собственными руками. Похоже, один-то раз, может, студентам тоже пару саженцев посадил. Ну, дальше он про них ничего не знает. Вот. Поняли, да? Теперь, значит, так. Смертельная ловушка для груш готова. Быстро перекидываемся. Мы с вами, знаете, куда? Мы с вами перекидываемся очень быстро. Я хочу показать, что, так как я обещал именно прививки, там дальше много будет интересного, ну, пока прививки, так?
Значит, я сейчас вас познакомлю с вот этими материалами. Так, называется прививка. Сейчас увидите. У меня тысячи фотографий, но мне надо в данном случае. Так, в данном случае мне нужно найти видеосеминар. Вот он. Вот он, вот он. Новое садоводство. Когда-то я сделал это все, но это. Ох, это долго будет. Прививка, когда не соблюдено, так называемое. Сами понимаете, межвидовая, черешня на вишне. Ой, это ж сколько мне. Это семинара не хватит. Вот. Вот так проклинаем мной прививка почкой на рынке. Купили, поверьте мне. Вот, купили. Эта прививка пришла ко мне, Сергею из этого, с Крыма. Вот, видите, они уже сейчас гниют. Обратите внимание. Вот, у меня есть отдельный фильм, там мне удалось два черенка срезать. С розмарина и с Редделюса. Вот, вот она, смотрите. Они еще не садили. Вы понимаете, что прислали железу? По-моему, по 600 рублей он покупал. Вот это, вы видите? Нету так называемой корневой шейки, естественно, нету, потому что она бывает только у семечков культур. Все. Палку воткнули, привили, посадили поглубже, сгноили, все. Вот. И вот, допустим, я сейчас все покажу немножко. Мне так не хочется говорить по протоптанной тропе, опять по этой. Вот. Прививка целительная. Вот так она выглядит. О, коротко, буквально десяток покажу. Результат вы видите. Это можно получить только на сеянце. А саженцы, которые на... Так, здрасте. Добрый вечер, уважаемые наши слушатели. Так, значит, я вас представил. Знаете, как я вас представил? Что поздравил с дипломом за лучший доклад. Так, этот лучший доклад, раз вы пришли, мы немножко перестроимся. Давайте. Не надо, если вы начали какую-то тему, давайте ее доведем. У меня та тема, она у меня печенка сидит, я по много раз ее рассказываю, да, по много раз. Вот. А проходит время, и опять это самое. Понимаете, вот тут человек написал, что у других другое мнение, не имеет на это права. Но он берет это право, и получается, что у кого-то миллион просмотров какой-то. У этой больше, там, где учат, как убивать дерево, у Поливкина, наверное, все больше и больше. Вот. Три дерева как надо укорачивать, чтобы обросло ветками, а четвертое, пятое, шестое, как теперь эти ветки отрезать. Вот. Ну, в общем, мы поняли, да? Сейчас, секунду. Ладно, мы здесь сейчас найдем. Я вредный, я нудный. Вот здесь найдем. Вот. Мы найдем. Вот она. Это презентация. Это я с гордостью надо. Показываю. Показать-то надо. Вот, смотрите, друзья. Аспирант первого года. Показываю ради того, чтобы показать. Матвеев наш человек, нет? Да. Наш. Вот это я хотел услышать. Доктор сельскохозяйственных наук. Доктор сельхознаук. Да, дело в том, что это, мы уже давно не изгои, правильно? Мы вообще не изгои. Не, ну послушайте, Тимирязевых. Я сейчас показываю, как пока вас не было, я рассказывал, как Тимирязевское открытие произвело противоположное, превратилось в минус, потому что они начали уничтожать деревья, ссылаясь на луч света, который должен упасть на каждый лист. А при этом надо полный листик там уничтожить, чтобы упал на вторую половину. Вот. А я Москву отношу, и громко говорю, я там был, я Москву отношу к северному садоводству. У нас южное садоводство – это самое Крым, северный Кавказ и ну, вот это ну, Ростов, Краснодарский Ростов, край. Краснодар и это, Астрахань. Все. И вот это вот приезжает Кульдимов. Я рассказывал, нет. А у нас яблоки имеют вкус картошки, выродились.
В прямом смысле выразились. Это он Да, рассказывает. абрикосы, я ничего не выдумываю. Абрикосы и черешни, ой, персики, это благодатнейший край. Погибают, гниют, не доходя до этого. Потом если мы разделили садоводство. 90% северное, не смеет. А 10% южное. Делать еще хотите. Вот то, там, где Иван меня сейчас тут только это, так это, ну, припечатал. Я в таких случаях говорю, ну, если ты, Иван, доктор наук, ну, покажи мне, вот тот доктор показывал в саде эти яблони, наверное, смерть, потому что там запятая груша идет. Яблони выдержат, груши точно. Никто его не просил рассказывать, что это груши надо так садить. И получается, что там делать еще хотите, уже это Краснодарский край, где пытались отравить Путина и Медведева травами яблоками. Вот. Я показывал нашего Калина, да, с его этим неотравленными этими гроздями. Понимаете, да? Смотрим дальше. Опыт проводился на базе коллекционного сада питомника «Дружба», расположенного в поселке Красный Хутор. Ну, вы догадались, кто этот фирма. Так. Вот мои, да. В общем, все понятно. А вот Елена Александровна. Так, ее тут плохо видно, потому что мы сидим тут в темноте, и это... И в кадре только моя морда толстая лазит. Так, теперь продолжаем. Итак, вот такие деревья делаются из сеянцев. А деревья, которые называют микроклонирование, я вам только сейчас показывал их. Так, вот эти вот. Я показывал. Ну, помните эту жуть. Не хочу возвращаться. Итак, смотрим теперь, назовем это нормальное. Нормально. А, я тут еще статью готовил, да? Вот. Вчера приезжают эти самые. Позавчера. Иду по саду. Я говорю, господи, у Сергея еще квинта есть. Только на правильном зоне квинти. Вот. Тут же, может, за 1200 выкупа. Тут же схватил. А почему? Потому что я вот так все это. Я же все-таки торгаш. У Сергея квинти. Это надо было видеть. И поехала эта квинти в Абакан. Сейчас. Знаете, тут вот это дебильное. Вот если приглядеться, это все настолько дебильное, идет с запада. Вот попробую вырасти. Вот это вот. Ой, ну я опять 125 вебинаров. Я уже не раз сюда это залез. Это биологическая несовместимость. Так, что делать? Это надо. Я отдельный фильм сделаю и вот тут же рядом выставлю с этим. Все, не будем дальше сюда глядеть. Есть сегодня вещи поинтереснее. Есть вещи поинтереснее. И важнее. Итак, значит, вот он, посадка. Еще раз. Так, сейчас, может быть, все заработает. Активация Windows. Так, дорам. Закройте, откройте домой. Ну, давайте попробуем. Ага, закрыл. Вот интересно, что всегда у меня в таких случаях такие вещи необъяснимые. Вот Антон подтвердит на каждом. Так. Так, ну давайте тогда мы вот так сделаем. Еще раз зайдем. С возвращением. Нажмите на него. На этот значок. И вернетесь на то же место, где были. Ну, посмотрим. Так, вот это мы влипли. Не работает? А у меня это каждый вебинар, причем мне кажется, что... Давайте вот... закроем его. Давайте закроем. Ага, закроем. Интересно. Так. Еще раз попробуем мы тогда. Так вы заходите уже в открытый. Да, наверное. Давайте вот так. А закрываться он не хочет.
Закрываться он не хочет, так? Вот это еще раз попробуем. Самое интересное, это впереди. Антон-то, конечно, справится, но не хочет время терять. Вот, теперь закрыть текущую нажмите. Ага. Вот теперь будет работать. Не надо закрывать, теперь пойдет. Вот сколько грамотных развелось. Вот. Не будем показывать пальцами. Итак.